У агрогородку Ходас Мстиславського району шмат драўляных фігур. Іх аўтар – мясцовы жыхар Александр Гладкоў. Па словах рамесніка, майстэрні ў яго няма, працуе летам у двары. Даўно марыць пашырыць дзейнасць. У мяне з'явілася ідэя заняцца сундучкамі пад старыну і лавочкамі. Эта прадукцыя пользуецца спросам. І па меры іх ізгатаўлення, канешна, і буде місцевий бюджет поповнятися налогами. Мець власну справу на вёсцы і розвивати її реально. Не хапає ведаў, тут і повинні прийти на допомогу ресурсний центр при сельсовете. А ініціатив, кажуть вясковцы, хапає. Это вот лицевая часть этого герба Франциска Скорина, это изнаночная часть. А это вот страницы из его книг, которые он переводил из Библии. Очень хотелось бы, чтобы наши сельские регионы, в частности наши ходосы, развивались, не сворачивалось все это производство, и что развивались. Поэтому, например, я могу заниматься кожей. Бычков выращиваем, но на мясо. То есть в данный момент уже они растут. А хотим еще коровок, молочко, чтобы было. Вот. И хотите купить молодняк, да? Да, но хочем закупить нителей. Ходосовский сельсовет – один у Могилевской области, который выиграл грант за перемогу у конкурсе поширения экономических возможностей у сельской Беларуси. Проект реализуется при поддержке Евросоюза и фонда Евразия. Три транша будут, да? То есть первый транш – это будет на проведение различных образовательных мероприятий. Компетентное жюри отберет лучшие, по их мнению, 5, 6, 10 заявок, которые будут профинансированы. И они получат уже в результате этого не конкретные деньги, 5 тысяч евро, 3 тысячи евро, 100 тысяч или там 500 евро. Они получат семенной фонд, да, молочно-товарные какие-то, например, те же самых племенных животных, да, технологии, инструменты, машины, вот что-нибудь. При этом самое главное, они это получат на безответственной основе. Это создание дополнительных рабочих мест, открытие новых рабочих мест. В первую очередь это и программа государства на это нацелена, на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. Поэтому мы целенаправленно идем по развитию данного направления. Сярод ініцыятыўных вяскоўцаў сельсавета ладзіцца конкурс, прычым пераможцамі могуць стаць і 5, і 10 чалавек, а потым ходасаўскі вопыт можна будзе распаўсюдзіць па ўсёй вобласці. Таццяна Сергійчык, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёну.